«Вызывать смех – гордость для меня», – говорил знаменитый Юрий Никулин. Его помнят по смешным репризам в цирке, комичным ролям в кино и даже по блистательным драматическим фильмам. 18 декабря исполнится 95 лет со дня рождения советской легенды. Именно этот факт стал основополагающим для встречи Курганского клуба кинопрочтения. Ребята узнают о том, как пришел к кино Юрий Никулин, с чего начинал, истории его жизни, интересные факты из его жизни. И, конечно же, те фильмы, всеми нами любимые, в которых снялся Юрий Никулин. Заострим внимание, естественно, как на комическом артисте, актере, вернее, и на драматическом. На занятия клуба пришли ученики старших классов 42-й общеобразовательной школы. Сначала детям рассказали о детстве маленького Юры, о молодости, а затем и жизни в зрелые годы. Подобно останавливались на творчестве, смотрели такие смешные и любимые репризы в цирке. Это же интересно, это для своего саморазвития, это естественно. То есть мы саморазвиваемся, то есть, не знаю, интересно просто. О жизни узнать. Да. Организаторы клуба кинопрочтения уверены, такие встречи необходимы. Память о великих советских легендах должна жить вечно. Юлия Пастухова, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».